Ребята, всем привет, вы на канале PUBG Fan 2 Машинки, и сегодня у нас будет Traffic Racer. Новая тачка и выполнение всяких заданий. Так, давайте попробуем купить вот эту, непонятная какая-то цифра. Это что такое, за 1090, это за реальные рубли можно купить, что ли? А, ребята, что за деньги только можно купить за 1090? Они издеваются? Нет, спасибо. Нет, спасибочки. Давайте-ка откроем вот эту тогда. За 550 тысяч баксов. Это у нас Aston Martin, вроде бы как. И испытаем ее на максимальную скорость. Так, а давайте красненький цвет выберем. Давайте. Ага, тем более красный цвет у нас бесплатный как бы идет. Так, колеса бы, наверное, нацепить. Давайте вот эти вот возьмем. Так, апгрейдим характеристики. Отлично. И нацепим на двери наклеечку, как обычно, ребята. Так, паук, белый паук. Вот этот, я не знаю, летающий мышь, череп. Череп, крылатый какой-то череп, да, получается? Ну, давайте закатаем. Так, все, поехали. Так, ну как обычно, начинаем с этого, с испытания на максимальную скорость. Так, на старт, внимание, поехали. Так, на что ж ты способна-то? Ничего себе, ты ускоряешься. Я в шоке, ребята. Я в шоке. Она до 100, я не знаю, за 3 секунды, что ли, разгоняется. Очуметь. Пока что у нас максимальная скорость была... Максимальная скорость была в прошлом выпуске, да? Этот у нас Porsche Carrera 911 Turbo. Да. И у нее скорость максимальная была... А, ребят, короче, напомните, я уже не помню. Я уже не помню, если честно, какая у нее максимальная скорость была. Где-то 240, что ли, 241. А вот у этой 247. Ну, неплохо, неплохо. Так, ладно, хватит. Кстати, давайте не будем тормозить. Возьмем, да и проверим, сравним вот эти тачки на максимальную скорость. Так, это у нас было 247, а Поршик... Вот этот Поршик у нас разгоняется слабже. Да, та тачка разгонялась быстрее, по-моему. Так, 247 у той. А у этой сколько будет? Не, ну она сток не возьмет. Смотрите, у нее уже заторможенное ускорение пошло. Так, где-то предел сейчас будет. Предел 238 даже. Ага, понятно. 240 не набирает. Так, хорошо. Смотрите-ка, ай. На 9 километров в час ниже скорость. Так, хорошо. Ладно, поехали. Давайте погоняем на той тачке, которую сегодня купили. Погоняем. В режиме аварии со встречной. Погоняем в ночном городе, где дают еще дополнительно 40% баксов. Но выглядит прикольно тачка, конечно. Но она, в принципе, дорогая. Это же Aston Martin. На такой тачке, по-моему, гонял сам Джеймс Бонд из Агента 007. Ух ты! Эй! Чувачки, посторонитесь! Ой, странно ты звучишь, конечно. Оборотистый двигатель, на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что с дела-то? Ну-ка, кыш, грузовичок. Давай на правую полосу дуй. Чё ты едешь? Ай, сори, чувачки. Чё-то я там натворил и сам врезался.
Так, и, наверное, пора переходить ежедневный бонус. Сейчас покатаемся в дождь на скорой помощи. А можно включить, в принципе, мигалочки, сирену можно включить. Чё я не газую-то? Так, время-то тикает. Надо ехать быстрее. Так, можно сигналить даже. Здесь у нас стрички нет, в принципе. Так. Аккуратнее. Ну, в принципе, по мере прохождения игры, ребята, чем дальше идем, чем круче машиночки покупаем, тем у них скорость максимальная выше. Ну, в принципе, так и должно быть. Чем больше денег тратишь на новую тачку, тем она круче должна быть, да? И быстрее, соответственно. Так что в следующем выпуске... я не знаю, что там дальше идет у нас после Астон Мартина. Какая машиночка идет дальше. Куда ты лезешь? Ай! Жаль, что здесь нельзя бортовать, как в сумасшедших гонках, кстати. В сумасшедших гонках там можно бачком отпихнуть от себя. И за это еще и получать монеточки. Да. А здесь нельзя так делать. Здесь нужно ехать аккуратно. Примерно вот так вот, да. Эй, ребята, с вас слишком здесь много. Как же мне ехать-то? Уступите дорогу. Ой, быстрей. Ой, время вышло. Ну, хорошо тогда. Тогда я беру тогда. Сколько можно говорить слово тогда уже, а? Так, ребята, берем полицейскую тачку. Давайте посмотрим, кстати, что у нас дальше идет. Ого-го, это у нас Ламборджини, кто как говорит. И уже последнее за $1 миллион, Бугатти Верончик, самая быстрая машиночка серийная в мире. Самая быстрая серийная машиночка в мире, ребята. Ну и самая дорогая. Так, хорошо, в следующем выпуске возьмем вот это вот, откроем. Так, это у нас, как у нее название-то, Ламборгини, а модель, как она называется-то, а? Ребята, пишите в комментариях, как она называется. Так, давайте возьмем полицейскую. И поехали, попробуем сегодня наказать. Так, после Audi у нас кто там идет-то? После Audi у нас идет красная машиночка, вроде бы, что ли, была. Что за машиночка? По-моему, BMW-шка, либо Мерс там старенький, такой навороченный, турбовый какой-то, я не знаю. Форсированный, короче, Мерс, либо BMW-шечка там после Audi идет, которую мы никак не можем догнать и уничтожить. Эй, чувак, зеленая тачка, стой, я тебе говорю, да хватит, остановись, сколько можно? Бам! Опа, есть. Ладно, едем дальше. 79 секунд остается. Ребята, главное не врезаться. В другие машинки. Таранить вот эти вот, которые идут у нас по заданию. Нужно. Ну ты что делаешь-то? Бешеный. Ну-ка остановись. Так, есть. Что там дальше идет у нас? Субарик, синенький Субарик, классический цвет автомобилей Субару. Уехал. Я тебе сейчас, вот, кстати, это скорая помощь идет, которая тебе пригодится после того, как я тебя догоню и обезврежу. Ты меня бесишь. Тормози. Так, после нее идет у нас Audi белая, тоже, в принципе, быстрая тачка, которую не просто так догнать и обезвредить. Смотрите, как быстро едет, а? Ты как так быстро едешь-то, что я тебя не могу догнать? И последний тюк. Ты меня бесишь. Вот реально ты меня бесишь. Где ты едешь-то? Ёшкин ты матрёшкин. Уехал. Ребята, столько времени потерял, а? На тебе все, наконец-то. А чё толку-то? У нас уже времени очень мало.
Очень мало времени. Так, максимальный урон у нас. Как идет-то у нас максимальный урончик-то? Остановись. Тормози. Тормози. Дай мне тебя тюкнуть. Я за ним... Ой, повторяю. Я проехал. Догоняй, догоняй, догоняй. Я подгазовываю. Ребята, все. Да что ж ты будешь делать, а? Так, ладно, бог с ним. Не буду я за тобой больше гоняться. Гнаться, то есть. Ну что, ребята, вот такие вот пирожочки. Вот такая точка у нас сегодня была в выпуске. Прикольная. Aston Martin называется, по-моему. Если я не прав, поправьте. А, ребята, если я не прав, то обязательно нужно меня поправить. А на этом все. Вы были на канале PubFan 2 машинки. Обязательно подписывайтесь. Кто еще этого не сделал, жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Напишите в комментариях, как эта тачка называется. Lamborghini. Я не знаю. Lamborghini. Я не знаю, какая там модель дойдет у нас. Короче, пишите. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.